Где вы, ценители женской груди? Ну что, пришло время поговорить о такой важной части женского тела, как грудь. Надо сказать, что вы, дорогие мужчины, не уделяете ей достаточного внимания. Об этом жалуются многие девушки на тренингах, на форумах. Как-то мужчины стараются формально что-то такое, грудь потрогать и быстренько спуститься пониже. А зря. Девушки страдают от недоласканности груди. Вспоминается эпизод в фильме, где мужчина говорил: «Эх, был бы женщиной, целыми днями играл бы с грудью». Спрашивается, где этот мужчина? Хотелось бы с ним пообщаться. Письмо одной девушки, обладательницы груди третьего размера. Она говорит: у меня грудь очень чувствительная, мне очень нравятся ласки груди, но удивительная вещь, сколько мне лет, а мужчины как-то вот не любят ее ласкать. Надо признаться, что даже член я не ласкала меж своих грудей. Как так вышло? Я мечтаю, чтобы мужские руки залезали под футболку, ласкали мою грудь, чтобы она была вся зацелована. Эх, да где же взять такого мужчину? Дорогие мужчины, вот у меня к вам именно такая просьба. Сделайте дамам хорошо. Но возникает вопрос, а как же это делать? Потому что грудь – это такой тоже непростой предмет. Даю сразу лайфхак. Грудь любит нежность в самом начале. То есть всем девушкам нравятся ласки груди. И когда вы только начинаете ее касаться, под футболочку подбираться, делайте просто это очень нежно и аккуратно. Просто мужчины не соизмеряют свои силы и часто хватают сразу очень резко. Вначале аккуратно ее прихватывайте. Но если вы чувствуете реакцию девушки, тут вот у всех по-разному. Кто-то, да, наоборот, может отстраниться. Ага, значит, слишком, да? Или наоборот, то есть давай, парень, побольше. Уже вот мы с тобой целуемся, ты грудь мою трогаешь, вот это вот. Давай посили, можешь чуть-чуть посильнее уже поприжимать, да? Всякие варианты хороши. А теперь про сосочки. Вот здесь записывайте внимательно или запоминайте. Что делать с сосками? Как к ним правильно прикасаться? Соски очень чувствительные, такие же, как ваши яички. Поэтому обращаться с ними нужно также бережно. То есть вы играете с ними легко. То есть вот чуть-чуть можете сжимать, вокруг можете пальчиком водить, посасывать можно, но все это нежно. Ну, вы поняли. Если вы знаете, как обращаться со своими яйцами, вы поняли, что нужно делать сосочком. В том смысле, с какой интенсивностью играть. Вот. И нужно сказать, например, что люблю я. Что мне нравится, когда делают с моими сосочками. Это когда язычок по кончику соска, вот так вот, как кошечку молочко делает. Вот так же можно поиграть с моим сосочком. Это очень-очень миленько, приятно. И смотрите на реакцию дамы. Если она положительная, вы делаете все хорошо. Так, запомнили. Нежно. И самое главное, помним, что нельзя грудь обойти стороной. Подписывайтесь на мой канал. Я говорю о сексе с удовольствием.